Дональд Биссет. Про малютку-автобус, который боялся темноты. Жил-был на свете малютка-автобус. Он был ярко-красного цвета и жил с папой и мамой в гараже. Каждое утро все трое умывались, заправлялись бензином, маслом и водой, а затем везли пассажиров из деревни в большой город у моря. Туда и обратно, туда и обратно. Малютка-автобус часто проделывал этот путь днем, но поздно вечером ездить ему не приходилось. К тому же он очень боялся темноты. И вот мама сказала ему: «Послушай-ка одну историю». Давным-давно темнота очень боялась автобусов. И однажды мама сказала ей: «Не надо бояться. Если ты вечером побоишься выйти, чтобы окутать мир тьмой, люди так и не узнают, что пора спать, и звезды не узнают, что пора светить. Ну уже смелей!» И вот темнота, весь день прятавшаяся за спиной солнца, начала потихонечку опускаться на улицы и дома. По городу туда-сюда сновали автобусы. Темнота набралась храбрости и спустилась чуть пониже. На улицах уже зажглись огни, и водители автобусов тоже зажгли в своих машинах свет. Наконец темнота окутала весь город, но не успела она опомниться, как, гудя на ходу, сквозь нее промчался автобус. Какая неожиданность! Но ей понравилось. Пожалуй, немножко щекотно, но очень весело. Потом сквозь темноту промчалось еще несколько автобусов. В них горел свет. Люди в автобусах покупали билеты, садились, вставали. Словом, прекрасно проводили время. Позднее, когда вышла луна, темнота играла в прятки с домами, а утром опять зашло солнце и отправило темноту домой, к маме. Но теперь темнота уже не боялась автобусов. Когда мама-автобус кончила свою историю, малютка-автобус сказал: «Ладно, поеду». Пришел водитель, завел мотор, зажег свет, пришли люди, расселись по местам, кондуктор дал звонок, и маленький автобус поехал прямо в темноту к большому городу у моря.